Знаменитый писающий мальчик. Мягко говоря, не впечатлит. Сейчас это биржа. Мама, девять, кинул штаты, как он стоит. Ну и, конечно же, пошел дождь. В Брюсселе 200 дней в году – это дожди. Идем. Ces îles de paix coopèrent avec une communauté rurale pour améliorer les conditions. Спросили, где трамвай. Ходим, ищем. Трамвая нигде нет. В нашем понимании трамвая нигде нет. Оказывается, под землей. Трамвай в Брюсселе в некоторых местах едет под землей. Ребят, да. Билет стоит 2,1 евро. Это на все виды транспорта. В течение часа можно пользоваться этим билетом. Ограждение для слабовидящих. Трамвай сверху, смотри, есть штучка. Это трамвай. Правильно, выезжает на улицу, как трамвай. Интересно. А это разрешение?
Томе в каких-то вот этих сказках их, да, и Тёма стоит позади. Начало 20 века. Классная подставочка гардеробная. Почему? А картины оригиналы, чтобы хотели. И это январь месяц. Прям хорошо, камин, правда? Камин такой. О, так зайдем для жития. Они еще были коллекционером. Играет, как будто живут люди. Это, наверное, ходил. И опять же, страна-любительница комиксов. Про жизнь Ван Бюре в виде комиксов сделан фильм. Что это? Кино про семью. В Альпы ездили, на корабле ездили. Во, комментируй. Шляпки. Что, прическа? Паспорт у них такой был. Да. Шенген. Шенгенская виза. В Нью-Йорк ездил, летал. Вот и наступила война. Все. Ну, видишь, что подрали. Видела? А он еврей. Так, сэр, что ж не бомбили немцы, Брюссель? Ну, союзники только бомбили. Финансист еще. Дисней, ничего себе у них какая компания была. Дружбаны, да. Рокфеллер, Дисней.
Вот, и теперь возвращаемся домой. Ну, еще раз. Ну вот тогда может Бельгия, быть. Америка. Кто-то живописывал? Может, скупали живопись? Да, они один. Коллекционер написал. Еще кто нужен. Ну, видишь, как-то большаков не наблюдают, они бесятся. Стоит статуя. Лабиринт. В следующих видео продолжим путешествие по Бельгии.